колледже искусств имени Тетимбета сдают экзамен. Задача каждого выпускника – показать на практике знания, полученные за 4 года обучения. Студенты исполняют кюй Тетимбета Сарыжай Ляу. В ансамбле 40 студентов. Дирижируют тоже учащиеся колледжа. Я очень переживал. Очень трудно самостоятельно дирижировать без поддержки учителя. Но я собрался и продемонстрировал все, чему я научился за годы обучения. Вроде приняли хорошо. Но мой преподаватель все-таки высказал некоторые замечания. Я понял свои ошибки. Планирую продолжить обучение в Алматинской консерватории. В 2014 в Турции я победил в международном конкурсе Art Olympia, завоевал первое место, также побеждал на республиканских и областных. Как будущему вокалисту для меня очень важно участие в таких конкурсах. Наши преподаватели делают все возможное, чтобы мы набирались опыта за границей. В колледже искусств обучается около 600 студентов по 19 специальностям. Его выпускники – студенты консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга, Бишкека, Алматы, Астаны и других городов ближнего и дальнего зарубежья. Многие – лауреаты республиканских и международных конкурсов. Это наш первый концерт в новом здании. Это второй дом, как для студентов, так и для преподавателей. Мы ждали его несколько лет. Сейчас мы закупаем новые музыкальные инструменты. На отчетном концерте выпускники исполнили патриотические песни и кюи, приурочили мероприятие к 20-летию Астаны. Преподаватели оценили работы студентов на отлично. Эльмира Исаханова, Мурат Тукенов, Аман Хамид, телеканал Сарыарка.